Друзья, всем привет из Беларуси, так сказать. У нас первый сегодня снег выпал уже. Вот, выехали мы с дружбаном походить. Идет вот снег мокрый, дождь, перемешку. Поля уже посыпаны снегом немножко. Но решили здесь вот как бы убить время, пару часиков походить. Дружбан мой уже пошел. Так, мы вот закармливаем деда Хабара нашего и в путь. Буду меньше снимать всякого шмурдяка, только монеты какие там интересные находки, потому что мокро, сыро, холодно, лишний раз телефон доставать не хочется. Ну все, погнали. Ну вот первая находочка, наверное, пятачок советский. Ведь уже нет смысла здесь, ну, в смысле, что грязно, мокро, мне какое-то время терять на обзоре, может дома, может возле машины. Помою, покажу, какой год. Что-то. Ну, пятачок ранний. Берем. Вот. Одна копеечка. Ранний совет, наверное, опять. Вот, можно сказать, что уже зимний сезон открываем. По снегу. Красота предогрязная. Мокро, сыро. Перчатки не буду уже снимать. Потом на обзоре покажу. 30-й год, 1930. Ранний советик, одна копеечка. Вот, поднимаю терку 705. Отлично, на мелкие цели находит. Советую прибор этот. Ходим мы с другом. У него тоже 705. Пока разочарования нет, уже год отходили, менять не собираемся. Ну, берем. Так, друзья, вот еще один кругляшок выпал. Думал, поздний советик, не ранний оказался. Просто какой-то грязный вещь. Ну, видно. Видно, что ранний советик, да? Потом помою, покажу. Берем. Так, вот, друзья, еще душечка, походу, ранняя. Пока империи нету. Нашел еще колпачок от самовара там медный. Потом, может, покажу. Вот, 2 копейки, год не виден. Помою, потом покажу. Ну, ранний советик, нормально. Берем. Так, друзья, вон, видите, там ке еще торчит. Ну, это медная монета звенела, как медь, царек, наверное, или 24-го года. Что-то непонятное. Наверное, 24-го, что ли. Сейчас протру, посмотрим. Это копеечка 24-го года. Первый ранний советик медный. Ну, сохран вроде более-менее. Помыть надо. Берем. Так, вот еще одна находочка. Пятачок ранний, наверное, 39-ел. Да. Ранний пятачок. С первого года. Берем. Так, друзья, еще вот был сигнальчик, еле нашел в грузе единичка. Вот. Ранник советина. Где она? В России сам, что тереть уже не буду, дома тогда сделаю обзор, помою, покажу. Ну вот копеечка ранняя. Берем. Все, друзья, накопался я сегодня на моей катушке. Вот крепление мог, ну, вода попадала, замерзала, морозик, короче, лопнул, оторвались уши.
придется делать. Вот такая беда. Дней на 5 забуду, короче, о копе. Беда, беда. Еще хотел доделать, когда треснуло. Думал, сезон этот добью. Зимой делать нечем будет. Заделаю. Теперь придется сейчас сделать. Ладно. Дома покажу обзор, что накопал. Поеду сейчас домой. Так, друзья, вдвойне теперь огорчился. Только я сломал катушку, сложил свой прибор. И, дружище мой, смотрите, что поднимает. В том же месте, где я сломал катушку. Это Александровский рубль. Не Николаевский, а Александровский, видите. 1893 года. Его помыл, вот здесь болотце рядом почистили. Вот такой красавец. Блин, а? Как не вовремя катушку сломал. Вот такой красавчик. Ох, как завидую я, а? И говорит, что там еще сигнал сейчас копает. Похожий. Зачет какой. Ладно, не будем огорчаться до последнего уже. Домой. Вот, друзья, приехал я домой, не стал уже на поле доставать опять телефон, чтобы кое-что вам рассказать. Вот этот рубль Александровский, который нашел мой друг, оказался подделкой. Подделка не в том смысле, что она в земле лежала поддельной, а это так, комрад решил прокольнуться как бы надо мной. Был в командировке, купил копию рубля Александровского в Москве и решил подколоть меня на копе. Вот, только что выбрал время неподходящее, когда я сломал катушку. Вот, так что это не настоящий рубль, а копия рубля была. Хотел я, думал, удалю сначала это видео, отрезок этот, где снимаю обзор этого рубля Александровского, но решил оставить в том плане, что чтобы все посмотрели и увидели, что легко обмануть. Так что часто сейчас смотрю везде, вот ролики выходят, где обманывают, продав копии разных этих ценных монет. На глаз их различить как бы тяжело, даже я вот копаю, как бы много монет через руки проходит, но когда ажиотаж какой-нибудь или это, ну, не всматриваюсь я так уже. И тоже вот повелся сначала. А если человек, который как бы вообще монетам не имеет никакого отношения, и здесь ему на улице кто-то предложил там продать дорогую монету за дешево, конечно, поведется сразу. Так что хочу предостеречь вас, чтобы вы не попадались на такие как бы покупки. Сейчас копии такие делают, что различить вообще тяжело даже специалистам. Так что вот. Оставлю этот отрезок, пускай все посмотрят. Ну, а сейчас сделаем обзор находок за сегодня. Хотя там тех находок не очень много получилось. Беда у меня случилась, сломал катушку. Но я уже, приехав домой, зашел в интернет, нашел, заказал с России РМ-комплект для усиления ушек у катушек. Там человек как бы занимается этим. Завтра уже мне, наверное, вышлет. Сегодня ему деньги перечислю, завтра он мне вышлет. В течение 10 дней дойдет. Я думаю, отремонтирую, все будет нормально. Может быть, сниму обзор, как ремонтировать буду. Так что вот. Ну все, смотрим обзор. Чувство. Быстро закончился наш поп сегодня. Ну, походить успели мы пару часов, но сломал я катушку свою терочки. Не знаю теперь, как ее ремонтировать. Буду что-то думать, посмотрю видосики, может кто-то где-то чинил. Типа они там было одно ухо треснуто или еще, а то два полностью отломалось и все. Ну вот что сегодня попалось, пока катушка не подвела.
пятачок вот 31 года. Дома что-то света мало, фокусируется плохо. Вот 30 года пятачок, 24 копеечка. Вот она. Ну, здесь 3 копейки ранний совет, 2 копейки, 2 единички вот 30 и 31, по-моему, года. Ну, вот такую орляночку пуговицу поднял. С ушком все целое. Ну и вот прикольная какая-то жбонь. Красный выборжец Ленинград. Не знаю, чего это. Красный выборжец. Что-то знакомое, где-то в фильме, наверное, видел. Ну вот, вещь. Сегодняшний урожай. Жалко, катушку сломал. Потираю с неделю, наверное, времени пока. Хорошо, как сделать, пока сделаю. Ну да ладно. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. Ну и до новых встреч.